Работа на горном предприятии всегда была и остается престижной. А труд горняков достойно оплачивается. Культура производства на самом высоком уровне. У выпускников Ленинск-Кузнецкого горно-технического техникума еще есть достаточно времени тщательно взвесить, куда пойти работать, с каким предприятием связать свою жизнь и, конечно, сделать правильный выбор. Четвертый курс – это наша гордость. Каждый из вас – это тот шахтер-горняк, которого выпускает технику с 82 года. Не случайно в последние дни учебы, перед демоэкзаменами, перед защитой дипломных проектов, мы сегодня встречаемся с вами, еще раз скажу, с серьезнейшей командой опорного работодателя компании «СОЭК». В гостях у будущих горняков лидеры компании «СОЭК Кузбасс», генеральный директор Михаил Лупи и руководители предприятий компаний. Кто, как не они, расскажут о всех перспективах трудоустройства на производствах Сибирской угольно-энергетической компании. «СОЭК Кузбасс» делится на два района. Это Ленинск, Кузнецкий район. Еще раз, это шахта Рубана, 7 ноября. Два предприятия угольные. Шахта Кирова с двумя лавами. Шахта Комсомолец и шахта Полысаевская. И Прокопьевский район, это шахта Елевского, Толдинско-Западная, первая Толдинско-Западная была. Еще раз, 16 тысяч человек. Важнее, чем персонал в компании, еще раз хочу подчеркнуть, абсолютно нет ничего. Над этим работают руководители предприятий, замы по персоналу и головная компания. Лозунг компании «СОЭК» – это работать безопасно. Постоянно идет развитие. Мы не только занимаемся производством, в компании есть своя корпоративная история, своя корпоративная культура. Сегодня «СОЭК Кузбасс» – это 7 шахт, 3 разреза и 11 вспомогательных предприятий. В планах у компании двигаться только вперед. Планы у нас на ближайшее время. Мы хотим построить новую обогатительную фабрику в Прокопьевском районе. Это по переработке 10 миллионов тонн. Это будет самое крупное предприятие по обогащению в Кузбасс, в СОЭК Кузбассе. Кроме того, фабрика «Комсомолец», реконструкция, строительство нового ДСК, увеличение производственной мощности. Запланирована реконструкция фабрики «Полысаевская», «Толдинская», «Западная». Это все по поводу увеличения мощности. Компания на месте не стоит. «СОЭК Кузбасс» развивается, и поэтому ждем вас на нашем предприятии. Выпускники прошлых лет Ленинск-Кузнецкого горно-технического техникума сегодня дипломированные специалисты. Многие занимают руководящие должности. У выпускников 2024 года все двери открыты, чтобы сделать и свой карьерный рост таким же успешным. Кстати, большинство обучающихся уже твердо стоит на первой ступени, а работают среди профессионалов компании «СОЭК Кузбасс». Здорово, что в наше время есть такая возможность, что представители шахт, директора приезжают сами к нам, и можно пообщаться, поговорить с ними тет-а-тет, то есть, грубо говоря, как вот оно, прям собеседование, узнать что-то от них лично, получить какой-то опыт, навыки. Я и сам теперь работаю на «СОЭКе» и правда очень этому рад. Новейшее оборудование, передовые технологии, автоматизация производства, прям вот все, как только это возможно, на максимальном уровне, так и есть. И безопасность, конечно же, там вот на высочайшем уровне. Еще студенты, а завтра настоящие шахтеры, теперь точно знают, что имеющийся запас прочности крупнейшей в России угледобывающей компании позволит уверенно строить планы на будущее. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Реа Ленинск.